Иртыш сразился с футбольным клубом «Новосибирск». А мячи бодро стартовали и лучше реализовали свои моменты. Артур Шлейермахер дважды поразил ворота новосибирской команды. Гости не сумели забить пенальти. Главный тренер ФК «Новосибирск» Павел Могилевский начал проводить замены. Игра состоит, когда говорят, 90 минут. Поэтому, да, не забили пенальти, но ничего страшного, игра же продолжается. В начале второго тайма натиск новосибирцев. Опасный удар нанес полузащитник гостей Тимур Пухов со штрафного. Отлично сыграл вратарь РТШа Надари Каличава. А мячи не уступали и к 62-й минуте выровняли игру. У нас был упор двухразовой тренировки, упор был на физические качества, то есть много беговой работы было. В первую очередь, потому что был большой перерыв между играми, почти 2 недели, можно было поработать. На 66-й минуте матча Артур Шлейермахер блестяще разогнал быструю атаку. А мячи получили право на угловой, Кирилл Морозов навесил в нужную точку, Александр Кербс пробил без шансов для вратаря. 3-0. Гости сумели отыграть один мяч. Исполняющий обязанности главного тренера РТШ Андрей Кучерявых провел тактические замены. А мячи активно и надежно сыграли на финише матча и одержали победу со счетом 3-1. Следующую игру РТШ проведет 17 октября в Барнауле против местного «Динамо».